сколько я себя помню, сколько мне очень нравилась музыка. И вот музыка, которая раззвучала из радиоточки, меня поглощала абсолютно полностью. И родители очень это все поддерживали. Представьте себе, мне было, наверное, годика 4, я еще не знал букв, не умел читать, но я уже знал ноты. Я уже знал шахмат. Это все благодаря отцу. Выходишь на концерт, вспоминаешь родителей. Открываешь какую-то партитуру, думаешь, если бы в 3-4 года отец не научил меня нотам, не знаю бы, что могло бы быть. Я благодарен своим родителям за то, что они мне привили любовь к труду, за то, что они мне привили любовь к своему народу. Понимаете, когда любишь свой народ, ты его понимаешь, ощущаешь его, ты также понимаешь и другой народ. Ты стремишься его понять. Я благодарен им просто за то, что вот они были такими, как они были. Они были очень требовательны к себе и к другим. Они очень хорошо, несмотря на то, что жили бедно и никаких условий не было, они видели тот стержень, который заложен во мне. Вот если бы не было поддержки родителей, я себе не представляю другого существования, себе не представляю, кем бы я мог бы быть.